Всем привет, меня зовут Сергей, мы продолжаем с вами изучать эпические пушки в Красауте. Сегодня посмотрим на новый пулемет, который приехал вместе с забабловым пакетом. П-26 заградитель, пулемет фронтальный, отличная плотность огня, пониженные требования к энергии, ограниченные углы обстрела. Курсовой эпический пулемет, 3 энергии, 205 структуры, масса 180. И при этом пулемет обладает перком, повышенное сопротивление к урону, особенность не действует во время стрельбы. Повышенное сопротивление к урону. Насколько оно повышенное, давайте посмотрим. Итак, справа у данной тачки установлен обычный синий пулемет, ну а слева уже наш новый курсовой. Поехали! Одно попадание по обычному пулемету 8 урона. 8, 8, 8, стабильно 8. Хорошо. Попадание по эпическому 4. Но сейчас было 2, сразу пуля у меня пальнула, поэтому там восьмерка вылетела. Вот опять 2. Если стрелять строго по одной, то идет только 4. Опять с двоечкой и 8. То есть, если верить этим цифрам, сопротивляемость 50%. 50% сопротивляемость с учетом того, что у пулемета 205 структуры, это 410 структуры. Но правда только в том случае, если вы умеете предугадать момент получения урона и перестать стрелять, вот тогда да. Тогда, я думаю, вы существенно продлите жизнь вашему пулемету. В плане установки таких пулеметов на крафт, если его поставить вертикально, то он будет отлично, просто замечательно стрелять вверх-вниз. Но вверх и вниз нам стрелять редко надо, поэтому лучше все же эти пулеметы ставить горизонтально, тогда у вас будут углы горизонтальной наводки намного шире, и у бок стрелять будет проще. Давайте посмотрим на эти пулеметы в боевых условиях. У нас есть с вами на сегодня 4 разных крафта с 3 пулеметами. 4 пулемета в вертикальном расположении, еще 4 в горизонтальном расположении. Я думаю, мы... Сколько здесь? 15 из 15 занято. Я думаю, мы поставим сюда и 5-й пулемет еще. Уберем все эти модули, там радиатор, охладитель. По-хорошему, лучше на эти пулеметы все же ставить именно радиаторы, как мне кажется, которые замедляют нагрев. Потому что урона в данный момент в этой версии игры у пулеметов действительно много. Вот действительно много. Но при этом эффективная дальность атаки очень-очень низкая. То есть какой-то практически дробоих получается. Покатили в бой, начнем с самого мелкого крафта. Многие из вас и так прекрасно знают, но я на всякий случай напомню, я терпеть не могу играть с пулеметами. Игра с ними меня повергает просто в уныние очень быстро. Ну не знаю, я все же постараюсь сейчас что-нибудь показать и с этими пулеметами. Я просто-напросто не умею с ними играть. Вот абсолютно. Даже на такой дистанции 39, 24, 16, он неплохо так урона вылетает с учетом того, что я опять же сижу в километре от поля боя. Если я подлечу поближе, то... О, привет. Думал, нашего сейчас протаранил, но нет, не протаранил. Так, АГС, АГС. Все, АГС у него сбит. Моментально. Правда, может быть, у него АГС и до этого еще урон получал. И поэтому так быстро отвалился. Но все равно, это было прямо вот совсем быстро. Ну и этот тоже уже почти труп. Ага, да. Ничего не понял, так давайте сразу еще раз. Не буду даже смотреть, сколько там очков получил. Залезу сразу на флаг. И буду просто ждать, пускай враги сами сюда приезжают. Приезжают, прилетают, приползают, приплывают, что угодно, то пусть и это, и приделывают. Не надо, не надо, не надо, не надо. Так, 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 эти дробовики сняты. Сняты, 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 все, хорошо. Этот вырублен, этого тоже замочили. Там синтезами. Да-да-да, там человек с синтезами сидит. Ну-ка, раз синтез, два синтез. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Три синтез. И все три синтеза у него просто моментально практически выбиты. Дроны, дроны, дроны. Раз дрон, два дрона. Готово. Ух ты же, нифига себе. Вот это внезапно. Вот это внезапно. Так, 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 так. Пулемета нет. Еще пулемета нет. Еще одного пулемета нет. Ну-ну-ну. И последнего пулемета тоже нет. Вот ты докопался-то. Гасим, 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 гасим. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Замечательно. Ха. Вырубил, просто болтаясь, валяясь вверх ногами. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да ну нафиг. Это было вообще жарево, короче говоря. Но не смог, когда вокруг прямо такая толпа. Тем не менее, держался более чем достойно. Упорный. Дали мне упорного за это поражение и 2064 очка. Хорошо. Ладно, давайте мы перейдем на какой-нибудь крафт побольше. 7584. 7512. Как я уже говорил, эти крафты, они друг от друга отличаются только расположением данных пулеметов. Есть еще вот такой. На гусеницах взял его с выставки, довольно-таки забавный аппарат у этого аппарата, 1737 хп. Давайте, я думаю, мы на нем прокатимся, а потом уже пересядем на ховеры.
Турели, 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 турели. Так, раз турель, два турель. Пушка, три турель и четыре турель. Хорошо. Турели ликвидированы, и турелист уехал. Пушечка! Так, я перестал стрелять вовремя. Отобью, не отобью, навряд ли я ему опять перестал стрелять. И три пулемета на месте. Но тем не менее, одну пушку в лобовой атаке я ему сбил. Здорово, турель. Давай, 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 давай. Да ты серьезно? Просто взял и два толстяка ему... Что такое? А, ну турель опять сзади. Я думал, меня наш этот самый ховеркрафт прикроет, но нет, не прикроет. Так, и турели меня сейчас, возможно, развалит, а возможно... Нет, возможно, не развалит. 91 хп и один пулемет. Ну что ж, почти, почти, почти я его замочил, но суть не в этом, а суть в том, что когда выезжаешь в лоб на парня с двумя толстяками, просто сбиваешь ему этих толстяков, это как-то до смешного, или до грустного, или он просто-напросто не попадал мне сейчас даже толком по этим пулеметам. Давайте уже сядем на ховеркрафт. Единственное, что легкий ховеркрафт будет сильно, ну не то чтобы прямо сильно, но все же будет сносить отдачи. Да, на такой дистанции уже практически бесполезно. Я стреляю в него из пулеметов, он стреляет в меня из салюта. И при этом урона мы друг другу наносим совершенно одинаково. Хотя вот тоже так, 45-29 сейчас цифры вылетали, с учетом того, какая дистанция была между нами. Сижу я вообще в километре от него. Не так и плохо. Здесь где-то был враг, по-моему, он в инвиз залез. Да-да-да, вот ты где. Нет, не надо, не надо. Один ему дробовик с носа сбил. Колесо правое переднее сбил. Так-так-так-так-так, ну давай-давай. Вот, все, хорошо, хорошо, замечательно, прекрасно. Этот вырублен, молодец, что подписан, вейбот. Валим. А хотя, ты что, без оружия, что ли? Да он, походу, без оружия. Ладно, тогда я просто зажму гашетку и дождусь, пока он умрет. Так, это тоже без оружия. Турели. Смотри-ка ты, какой хитрый. Он уехать хотел от нас. О, опять толстяки. Ай. В этот раз было больнее, чем в тот. Добейте его, пожалуйста, я не хочу умирать. А лучший игрок и 1538 очков. Сейчас нашего там замочат всей толпой. Я, конечно, подлечу, но навряд ли я ему сильно там помогу. Но я попытаюсь. Автопушка сбита. И машина тоже сбита. А нет, глянь-ка ты. Мы, по ходу дела, его спасли. Успею. Успел. И еще один разобран. Так. Там летает ховеркрафт. Ну-ка. Найду тебя. Нашел. Ай-яй-яй-яй. Ну-ка, стой. Ага. Все, парень, ты свое явно уже отлетал. Да. И снова лучший игрок. И выдали мне за это 2056 очков. Просто так, спортивного интереса ради, я убрал абсолютно все охлаждалки с машины. Сейчас мы поставим еще один пулемет и посмотрим, как там будет урон. Одиночными? А может быть и не одиночными. Если кто-то подъедет вплотную, то почему бы и не стрелять в него, зажав гашетку? Посмотрим сейчас по боевой ситуации, как пойдет. И один синтез, второй синтез и третий синтез моментально сбиты. Да, вот дробовод меня сейчас, походу, перестреляет.
А нет, не перестреляет. Причем один дробовик я ему снял прямо из-за отвала, а второй отбил вместе с отвалом. Просто на отдачу от тебя уеду, чувак, ты что думаешь? Так-так-так, отбить. Ха-ха, обломчик. Но, правда, я все равно отсюда уже никуда не улечу. Ну и пока я мирно валяюсь мордой в грязи, наши добивают последнего врага, которого я еще в начале раунда лишил оружия, и получаю я за это 816 очков. Да короче, ребят... Ждем нерфа, просто ждем нерфа и все. Нету сейчас смысла особо долго смотреть на какой-то там этот урон, либо еще что-то. Но поведение этих пулеметов в бою, сейчас они сильные. Сейчас они действительно очень сильные. И это ни в коем случае не какая-либо реклама, это просто неоспоримый факт. Вы сами сейчас видели, как эти пулеметы перестреливаются и с синтезами, и с другими пулеметами, и даже с вражескими толстяками. И это при условии, что у меня еще далеко не самые эффективные крафты для этих пулеметов собраны. На тему того, как и где достать эти пулеметы, в данный момент они берутся только из-за баблового пакета. Но, как говорят, позже эти пулеметы будут добавлены в крафт, как и арбалеты. Но пока что только рынок и бабло. В общем, ждем нерфа, и у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.